Гаеськи, ребята, меня зовут Фуловес, и сегодня мы с вами поиграем в ударный отряд котят Strike Force Kitty. И мы очень давно не играли, ребята, и уже вышла, представьте себе, новая версия этой игры. Что ж, если вам понравится это видео, то вы в комментариях напишите, снимать мне эту игру дальше или же нет. Ну а мы с вами начинаем, собственно говоря, новую игру. Так, ребята, во-во-во-во, смотрите, целые легионы злых лисят нас решили атаковать. Они проломили стену нашего замка. Маленький котеночек. Ребята, смотрите, какой-то отряд ниндзя украл принцессу короля. Нет, он очень грустный. Но военачальник мудрый, и он не позволит так отдать принцессу нашу. Что ж, мы собираем, ребята, с вами, похоже, ударный отряд котят. И, ё-моё, ребята, вы только посмотрите на эту огромную карту. Так, ребята, что ж, нас, я чувствую, ждут очень-очень дивные приключения. Так, ну, ребят, что ж, вот наша подлодная лодочка приплыла сюда. И, собственно говоря, ребята, первый уровень. И что нас здесь ожидает? Так, вот такие персонажи нас здесь ожидают. Так, ребята, смотрите. Блин, я так давно не играл в эту игру. Вот это круто, а? Блин, да-да-да, я все это еще помню, но на самом деле здесь все немного иначе. Да, мы сражаемся сначала с покемоном Чермандером и с шапочником из Алис в стране чудес. Вроде такие персонажи. Что ж, ну, мы его победим или нет? Да, ребят, победим мы его. У-ху. Так, ага, здесь у нас есть портал, и дальше мы сражаемся с Константином и с папочкой из игры Bioshock. Блин, ребята, это просто круто. Хотя, слушайте, а наши котята довольно-таки мощные. Так, тренер, нам тут еще что-то подсказывает тренер, ребята. Воу. Так, о, стоп, ребята, а здесь дополнительно какая-то валюта появилась. У нас есть какие-то, не знаю, какое-то золото, в общем, мы выбиваем, ребята. И это замечательно, это круто. Так, ну что ж, Хитмана мы убили. Так, и идем дальше. Собираем рыбку, и, в общем-то, ребята, это финиш. У-ху! Так, мы даже достижение какое-то получили. Ну что ж, ребята, далее давайте поглядим, что нам тут тренер говорит. Вот оно что, ребят, смотрите, мы теперь тренируемся. Так, ну давайте силу потренируем. А, вот мы каждого котенка выбираем. Я понял. И, ага, все, хватит тягать гантели, пора позаботиться о боевом снаряжении. Да, ребята, нам тут подсказывают со всех сторон. И смотрите, ребята, у нас есть тренер, который тренирует наших котят. И у нас есть портной, который нас одевает во всякие прикольные одежки. Так, ну одежек у нас немного, давайте мы оденем... Давайте мы самого первого котенка оденем во все. О, так, молодец, комбинируй одежду на свой вкус и одевай всех котят. Да, ребята, давайте мы это сделаем. Давайте мы ему щит дадим и шляпу. А что? А, оружие ему надо еще дать, да? Или что? Ну, в общем, вот так давайте сделаем, ребята. А, обувки не хватает. Так, давайте это вот этому дадим. О, и шапочку, ребята. А, это полный костюм. А, ну все, мы все ходили, ребята. Все, отлично. Так, подожди, а вот это? А, вот это мы тоже одели. Так, ну тут так же самое, ребята, смотрите. Тут есть всякие, ух ты, способности. Тут новые какие-то способности есть. Блин, круто, ребята. Ладно, отправляемся дальше. Давайте мы, в общем-то, в первом мире еще разочек пройдемся. Попробуем пройтись поверху. Поглядим, что там есть. А, и довыбиваем уже оставшуюся одежку из вот этих негодяев. Так, давай. Выбивайся, одежка. Нам она нужна. Так, шляпу. А, костюм мы выбили, получается. Теперь нам нужна шляпа шапочника. Во, отлично. И идем дальше. Так, ну я так понимаю, что без портала нам здесь делать нечего. То есть нам для начала нужно выбить костюм, который может переносить нас в другие порталы. Ну не знаю, мне кажется, это костюм Константина. Вот этого котенка с бутылкой сигареты крутого такого. О, да, ребят. О, мы выбили дрель. Дрель, отлично. Так, давайте собираем. А, у Хитмана надо еще пистолетики забрать, ребята. Отлично.
Ну, вообще, да, нужно сделать такой расклад, чтобы одни котенки стояли вот так вот в стороне, наносили урон, а одни котофеечки, собственно говоря, танковали и сражались вблизи. Ну, одного котофеечка мы потеряли, к сожалению, но не страшно. Давайте мы сундук этот... Не, сундук этот мы не открыли. Далее. И, ребята, кстати, а что это за магазин такой? Что мы можем покупать за него? Так, если собрал костюм полностью, у него появляется навык. Но это мы знаем, ребята. И это мы с вами все знаем. Ух ты! Воу, тут навыки котят есть, ребята. Есть командный эффект. Ух ты, ха! Блин, лечит себя. Вот это круто, ребята, здесь навыки прокачивать. Подождите, а как их прокачивать? Это за счет костюмов дается? Нет, это мы как-то должны прокачивать. Ах, да, ребята, и, конечно же, артефакты, да. Каждому костюму, ну не каждому, многим костюмам можно выдать артефакты, которые, собственно говоря, их превращают в какие-то мега крутые. Опа. А, вот оно что, ребят. То есть мы... Ага, вы получили первый навык. Так, давай... А, давайте назовем его... нам как-то назвать надо. Это лечение, короче, ребят. Мы 10% можем себе вылечить. А, и перетаскиваем его. А, я понял, ребята, все. Ну, давайте первому котенку дадим, что ли. Да. А, еще один навык. Блин, круто, ребята. А это командный эффект. Так, урон по одному врагу на 140%. Ну, вот этому котенку, допустим, дадим. Так, ну что ж, отлично, ребята. Давайте мы тогда здесь полный костюм оденем. Так, это получится у нас... А есть у него какой-то эффект? Давайте посмотрим. Точно, ребята, вот портал дает вот этот эффект. Точно, 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 точно. А тот покемончик что дает? Что же... А, вот покемончик этот дает вот эту вот силу, как она называется-то. Fire. Fire, ребят. В общем, он дает какую-то способность, лапку. Не помню, что она делает, честно говоря. Ну, надо будет все это... изучать получше, ребята, нам. Так, ладно, давайте тогда, получается, ну, давайте вот этого оденем вот в это. И нам еще один нужно, получается, выбить элемент одежды, и тогда, ребят, мы уже сможем открыть портал туда наверх. Ну, давайте уже откроем, давайте уже допройдем первый мир. Так, тут мы все вроде выбили, да? Или нет? Надо посмотреть сейчас. О, смотрите, мы огнем реально пуляемся. Круто. Так, котятки наши не промахи, а? Смотрите, какие крутые. Так, принцесса... Блин, так, тихо-тихо-тихо. Все, никого там не прили. Так, идем дальше. И нам еще нужно выбить из этого негодяя. Так, нам тут король рис, ребята. Король лисов нам говорит, что принцесса передает вам, что ее... Блин, не успел прочитать. Так, мы тут бой, у нас тут бой просто идет. Все, мы выбили все костюмы. Теперь, ребята, можно... А, Хитмана еще надо выбить, все костюмы. Пистолетик давай нам свой. Давай нам свой пистолетик, негодяй. Давай нам пистолетик. Стреляет у нас, ну мы у него тоже стреляем. Не, пистолетик не выбился, блин, плохо. А тут, а, это карта, ребята. Я вот только не пойму, а зачем нам монетки, а? Вот зачем нам эти монетки, блин, а? Непонятно, ребят, непонятно. Напишите в комментариях, зачем здесь нам нужны монетки. Вот, все, у нас есть полностью level up и полностью способность. Да? Да, ребята. Так, урон по одному врагу сильнее. Ну, давайте мы ему это и дадим. Так, умения тут, навыки всякие. И давайте мы сейчас пойдем туда дальше наверх, ребята, и поглядим, что там у нас происходит. Так, ну этих парней можно уже... Эх, двоих же нельзя перепрыгивать, ребята, точно. Может, для того, чтобы двоих перепрыгнуть, надо какие-то там способности, навыки специальные. Ну, сейчас посмотрим. Вообще, так тут все поменялось довольно-таки, ребята, кардинально. Потому что вот это вот не было такого здесь. Тут все иначе. Опа, портал. О, ребят, вы видели, как он выстроился, этот портал? Ха, круто. Так, о, ребята, здесь с троицей целой мы сражаемся, смотрите. Ой, ну они жесткие. Это парень со Скарима. Это с One Piece вроде с аниме. А вот этот вот с рожками, с шапочкой, я не знаю, кто это такой, честно говоря. Но они жесткие, ребята, они нас выигрывают. Ай, нет, 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 ребята. Давай, Константин остался.
А, все, весь наш отряд победили, ребята. Так, в следующий раз мы выиграем. Ну, конечно, не забывайте про... А, тренировки, ребят, точно. Хорошо, что нам тренер подсказывает. А, ну, давайте, блин, не знаю, урон всем тренировать. А, мы же по одному котеночку выбираем. И, да, и выбираем, чем мы тренировать. Так, ну, понятно, котят мы тренируем за рыбу. С этим, в общем-то, все ясно. Вот этому давайте здоровье. А, все, уже нельзя больше. С этими котятами все понятно. За рыбу мы их тренируем. А что же, для чего нам нужен магазин, ребята? О, рекорды. Тут наши рекорды даже есть, ребята, круто. Ладно, продолжим. Ну, в общем, мы посмотрим дальше. Может, там где-то будет у нас вот эти вот... какой-то магазин, возможно, будет, не знаю. Так. Ребята, новая зона. Новая зона. Ну, тут, наверное, совсем жесткие покемоны будут. О, это покемон, который... как же его... В общем, он растительный покемон. Не знаю, честно, как он там правильно называется. Но мы взяли его... Бульбазавр, что ли, как-то так. О, ребята, а это покемон Слоупок и водяной покемон. Он такой со спины водяными потоками стрелял. Я вот не помню, как он называется. О, ребят, смотрите, а сверху у нас Наруто, у нас маленький человечек из этого, из Fallout из игры, собственно говоря, и Скрудж Макдак. Это круто, ребята, это круто. Так, ну мы едем дальше тем временем. Опа, ассасин, ребята, и ням-няма, смотрите. Ну они жесткие, блин, не знаю, втроем мы на двоих победим-то или нет. Давай, давай, давай. Ну, хоть один-то в целых останется или нет? Там сундучок еще нам нужно открыть, ребята. Так, давай, 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 давай. Фигачим его. Есть, минус один. Шляпу достали. Ассасина осталось победить. Давай, есть, ребята. Ай, не достали мы до сундучка. Ну, да ладно. Что ж, ребята, прошли мы. Прошли, прошли. Сундуки не открыли, правда. Ну, тут уж совсем тяжко. И третья зона, ребят. Давайте в третью сходим, что ли. Сейчас быстренько пройдемся и посмотрим, что тут есть. Так, ну, сражаться мы, наверное, не будем с парнями. Так, тут дверь закрыта. А, точно. Там у нас сверху есть ключик. Возьмем его и пройдем мимо наших врагов. Ха-ха-ха. И соберем рыбку. Так. А, ребят, кстати говоря, да. Опа-опа-опа. Сокровище, так. Кстати говоря, ребята, у нас же, да, здесь, во-первых, рыбка становится с каждым разом все круче и круче. То есть там, что, по 300 здоровья у них, ребята, что? Это из Наруто, это Сакура и учитель ихний, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, котирующий ниндзя нас победил, да. Ну что ж, ладно, давайте продолжать. Так, у нас тут... О, у нас тут появился, ребят, третий наш, скажем так, помощник. Это... Ха-ха, ребята. Это не помощник, это кафе енотов? Что? А, ну вот, у нас, видите, 71 денежка. Так, а что еда это делает? Ну, допустим, вот пончик. Постоянное лечение, сила 1. Так. Ага, а сила умений плюс 16%, сила умений плюс 18%. О, ребят, я все понял, кажись. Постоянное лечение 5, урон против боссов плюс 10%, дополнительный урон... О, ребята, да это круто. Блин, еда это временные бустеры, оказывается. Вот оно что. А я думал, зачем нам эти монеты нужны? Зачем они выпадают? Так, ну ладно, что ж, давайте мы тогда, наверное, допройдем еще в первой зоне разочек. Нам там что нужно собрать? Так, а, нет, стоп, давайте потренируемся, наверное. Да, можем мы потренироваться, да, по 148 рыбы у нас есть. Ну, мне кажется, нам нужен, блин, да я не знаю, нам все нужно. И здоровье, и урон. Давайте и то будем качать вот так вот понемножечку. Так, ну, урон в приоритете, потому что, блин... Урона нам очень не хватает. Давайте потихонечку. Скорость, в принципе... Не, блин, скорость тоже-то надо, ребята. Ладно, скорость пока что не будем прокачивать. Вот так вот сделаем. Так, и попробуем, да, пройти первый мир. Так, портал мы там уже можем открыть? А мы не можем... Эх, нет, ребят, мы не можем никак перепрыгнуть этих негодяев. Ну ладно, у них, в принципе, мало здоровья. Это у нас самые первые, скажем так, наши противники. И, в общем-то, мы с ними справляемся на ура.
Так, вот портал собирается, и отправляемся вверх, ребята. Опа! Так, ну что ж, с этой троицей, если мы справимся, там мы отобьемся от камешка и возвратимся в обратную сторону. Ну, и может быть даже... Давай. Есть минус... Нет, не минус один. Ну, у нас сейчас, наверное, будет минус один, да. Ну и минус один враг. Ну нет, 28 хп осталось. Давайте, ну же. Есть, ребята, мы выбили одну шляпу. Давайте, нам нужен с вот этого что-то выбить еще. Ну же, давай. Нет, ребята, нет. Давай, Константин, ты сможешь. Ну же, есть, мы шлем выбили, ребята. И сундучок, конечно же. А тот самый крутой сундучок мы не можем взять. Вот оно что, ребята. А, ну, зато мы можем вот этот взять сундучок, ну окей. Значит, нам нужна способность разбивания препятствий, я так понимаю, да? Ну да, без нее никак. Так, ну Хитмана мы уже проходим мимо. Блин, а что ж, в том сундучке, наверное, артефакт лежит, ребят. 100% он лежит там. Так, ну ладно, далее, в принципе, тут неплохо собрали всего. Ну что ж, ребята, что ж, в принципе, на этом серия, я считаю, будет завершаться, ибо мы, в принципе, собрали уже все, что нам необходимо, и попробовали поиграть в эту игрушку. Вы, собственно говоря, в комментариях напишите, что мне дальше снимать эту игру, или же нет, а тем временем с вами был Флавиус, адиос, амиго.